Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я расскажу о новой iOS 13.2 Beta 3. Итак, что же в данной версии нового? То есть исправление каких-то мелких ошибок, как всегда. Система в целом работает достаточно быстро, никаких нареканий здесь я не вижу. То есть все мы знаем, что была проблема с батареей. Они здесь все исправлены, эти нюансы. С каждой новой версией у нас все лучше и лучше результат. То есть я думаю, здесь никаких нареканий мы с вами не увидим. Я забыл упомянуть, у прошлой бетки у нас появилось под меню удалить. То есть нам не нужно было долго ждать. Вот видите, изменить экран, это у нас было так. То есть когда долгим тапом ждем, то появилась возможность удалить с крестиком вверху. Сейчас уже мы можем это тапнуть до меню Haptic Touch, 3D Touch эффект. Вы сразу же можете удалить. Вот видите, верхний подпункт удалить, а так пока не нужно. То есть, или же можете так удалять, то есть, таким способом. И что поправили? То есть, были какие-то мелкие баги там с проверки почты, подключением Wi-Fi, сотовой сети, как это сейчас. Ну и самое главное, конечно же, батарея. Это все пофиксили, никаких я здесь нареканий не вижу. Все странички быстро открываются, быстро подгружаются, как стандартное приложение, так и все остальное. То есть, я тут не вижу никаких нюансов пока, потому что я ее только-только накатил. 9 часов вечера она прилетела. И как бы, что можно сказать, только после использования хотя бы полдня или дня. Я, конечно же, все нюансы, все баги выложу в сообщество канала. Смотрите, следите, очень интересно. Вы также оставляйте ваши комментарии под видео, чтобы можно было нам больше общаться, сотрудничать и иметь общее представление того, о чем идет речь. Вообще, чтобы мы вместе с вами разбирались и были информированы. А пока смотрите скорость работы, как она работает на стандартных приложениях, на открытие, закрытие. Ничего такого я здесь мудровать не буду. А уже к установке рекомендовать я смогу только после дня использования. Это самое главное. Но кто уже сидит на бете, конечно же, ставьте, уже тестируйте. Ничего тут такого плохого нет. Уж точно я вам гарантирую. Смотрите, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!